Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структура, образующая единицы мирового устройства, является только государство. Кстати, последние события показали, что попытки глобальных цифровых платформ при всем их могуществе, а оно, конечно, очевидно, мы это видели по внутриполитическим процессам в тех же Соединенных Штатах, но все-таки узурпировать политические или государственные функции им не удается. Это эфемерные попытки. В тех же Штатах, как я уже сказал, их хозяевам этих платформ сразу же указали на место. Так же, как делается это, собственно говоря, и в Европе. Если посмотреть только на то, какие штрафы выдвигаются и на какие предпринимаются сейчас меры по демонополизации. Ну, вы сами об этом знаете.